просто левого фланга, где Романов расположился. Вот так мы с вами потихонечку знакомимся с расстановкой гостей. Чечеткин. А посмотрите, Чечеткин сейчас Межиева хотел в больницу отправить или отправить Пухова отмечать забитый гол. Не дает факел быстро начать атаки гостям. Это важно, это работает пока. И хватит ли сил на то, чтобы продолжать на протяжении всего матча действовать подобным образом. Родионов по флангу, Елагин рядом с ним. Опасно в штрафную. Железнов подхватывает мяч, пасует назад. Доронин. Доронин на Доровских. Здорово, Елагин на перехвате. Красов. Красов один в один. Елагин подключается через Емлиханова. Атака. Но не получается у Емлиханова сделать эту передачу в одно касание. Теперь нужно возвращаться. Захаров по правому флангу. Есть перед ним пространство. И Елагин вырастает рядом. Захаров долго готовит решение. Бабенков не точно вперед, но в итоге Пухов этот мяч выцарапывает. Вот такой финт Пухов придумывает. Пухов штрафной удар поворота. Межиев добивание. Выше. Начинает вот это вот восстание из пепла. Словно птица Феникс возвращается в высшие эшелоны нашего футбола. Для этого им необходимо выходить для начала в ФНЛ. В этом сезоне будет сложно, а в этой игре необходимо набирать очки и той, и другой команды. Жать, и Захаров играет далеко вперед. Сафронов против него, Радостев аккуратно. Сафронов, Радостев в итоге мяч перехватывает. Продолжает Семен Сафронова терроризировать и прорываться в штрафную. Опасный момент. Выбивать нужно. Родионов. Помогает Красов. Какой опрометчивый, как на секунду показалось. Красов через Крюкова. Крюков думал, что есть там еще кто-то. А этим кто-то оказался Доронин. И теперь мяч штрафной. Широков убирает. Бьет поворотом. Сатурн единственный нападающий сегодня. Но не получается сразу выйти в атаку. Красов здорово штрафную. Бить поворотом надо. Момент не закончился, а вот теперь положение вне игры. Но очень близко был факел к тому, чтобы счет открывать. Рядом с ним 37-й, Кирилл Елагин слева, в защите 29-й, в центре полузащиты. Радости в штрафную, Доровских выручает. И добивание. Добивание, которое приводит к забитому голу. Не забиваешь ты, забивают тебе. Как бы банально это ни звучало, но в этой ситуации сыграло все. Нарушений нет, играть продолжаем, говорит арбитр. Радостев очень здорово включается. На Радостева я бы обратил внимание. Я думаю, что Радостев это футболист, тот, который вполне в следующем сезоне может оказаться в ФНЛ. А вот теперь красная карточка. Красная карточка, которая в начале второго тайма. Емлиханов, понимая, что может проследовать за Сафроновым, очень аккуратно пытался правила нарушить. И это и аккуратности хватило для того, чтобы игрок Сатурна продолжил движение к воротам. Радостев уже на поступу к штрафной. Родионов хорош, но еще лучше Доровских. На фланге мяч, прострел. Крюков, еще один заход. Радостев. Атака Сатурна, мяч штрафной площади. Аккуратно нужно играть. А вот Доровских совсем не любезничает с мячом. Отправляет его на угловую. Времени у нас осталось 27 минут. Штрафной в исполнении Сатурна. Подача опасна. Ну и вне игры фиксирует арбитр раньше, чем мы слышим радость болельщиков Сатурна. Аккуратно играет Доронин, потому что пытался его в том же моменте широких накрыть. Не вышло. Будет еще ситуация. Я уверен, Железнов с Радостевым. Радостев. Ну, насколько хорош Радостев. И он уже у ворот. Радостев прострел. Удара не случилось. Это абсолютно рабочий счет. Главное сохранять надежность у своих ворот и стараться в контратаках себя проявить. Железнов Мамкина обошел. Снова мяч штрафной. Радостев. Родионов. Опасно. Удар Доровских. Именно на первых своих секундах разместился. Где-то в этом есть истина. Ошибка. Радостев. Доровских. Подача в штрафную.
перекладина была, хотел сказать пенальти, но слава богу, пенальти не случилось, перекладина. Есть вариант того, что и Сатурн занервничает, потому что это же дополнительная такая, знаете, головная боль, когда ты ведешь, когда у тебя на одного игрока больше, но пока Сатурн атакует, радости в штрафной площади снова с левого фланга мимо ворот.